У нас сегодня на обзоре чистка кондиционера специальным химикатом Винс Аэрококлин. И это не только кондиционером чистить получается, запах тоже внутри салона хороший. Таким вот образом мы сейчас его почистим, откроем. Заправляем аппарат. Одного флакончика может быть мало всегда, из-за этого я чуть-чуть добавляю еще. Все. Теперь нажми пока паузу. Так, значит, у нас такая ситуация. Теперь дальше заводим в автомобиль, включаем печку, делаем рециркуляцию в салоне. Температура где-то 22 градуса должна быть у нас. Без включения кондиционера кондер включать вот так не нужно. Вот, теперь вот у нас прибор. Запускаем его. И видим, вот такое вот счастье начинается вот у нас в машине. Вот так вот. Начинает колбасить автомобиль. И отсюда выходит. Все, закрываем полностью автомобиль. И ждем. Автомобиль мы уже отдезинфицировали. Вернее, его кондиционер опустили. Остаток жидкости немножко остается всегда. Его нужно обязательно слить, прибор промыть водой. Ну и все, в принципе. Так что, если что, приезжайте.